Добрый день, друзья. С очередным нас обзором попал нам сегодня квадроцикл в гости. 8 плюс классик АТВ. Вы уже видели обзоры на них. Этот квадрик 2017 года. Вот он недавно пришел прям с завода. Давайте посмотрим традиционно, что мы имеем. Визуально все то же самое. То есть для тех, кто не смотрел до этого обзора, давайте я прям по техническим характеристикам пробегусь. Четырехтактный двигатель, 110 кубов, 0,49, соответственно, пробито на картере. Одноместный, скорость вперед, скорость назад. Ну, полноценная тачка детская, со всеми ограничителями скорости, контролем, ну и тому подобное, расскажу подробнее. Тормоза. Дисковая гидравлика передние, задние дисковая гидравлика. Легко нажимать, смотрите. И все, квадрик останавливается. Достаточно там касания. Традиционная система безопасности. Болт вкручивается, пережимает. Фал безопасности слетает, если ребенок, да, не дай бог, глохнет квадроцикл. Брелок в комплекте глушит, заводит, ставит на сигналку квадроцикл. Почему 8+, обычная восьмерка, 8+, защита рук, поворотники, гидравлические тормоза оба, восьмерки в обычной, только на задней ось гидравлика. Ну, скорость вперед, вперед, нейтралка, назад. Что еще нового добавили? Да с виду ничего, то все то же самое. Кожух какой-то вот поставили полностью, заменили его. Раньше наполовину было вообще. Я не только на это, не только на этом квадроцикле бензиновом, еще на другой технике замечаю. Раньше половина была защищена, все здесь открыто, а сейчас полностью все защитили. Ну, наверное, да. Прогресс движется маленькими шажками. Ну, ось ничего не изменилось. Два выхлопа, стоп-сигнал, багажник. Такой же, не силовой, обычный багажник. Что-нибудь туда, канистру с бензином прикрутить. Или еще что-нибудь. Так, дальше что? Здесь все без изменений. Для тех, кто не в теме, никто не смотрел, да? Расскажу еще заново. Перед тем, как заводить квадроцикл, вот эту тему, называется подсос, вверх поднимаем и заводим. А когда ехать, опускаем. Он дает обогащенную смесь. Сделали удобную фишку в карбюраторе. Давно уже вот здесь они продолжают это все делать. Болт выкручиваете. Если квадрик долго стоит, конденсат здесь, да, с топливом. Топливо, точнее, с конденсатом, может быть. Будете крутить, не заведется. Болт выкручиваете, предварительно зажав масло, новый топливный провод вот здесь вот так сделали. И спокойно весь остаток сливается. Не сюда, а вот сюда подставили что-то, слился. Проблем не будет. Ну, удобно свечки поменять, если вдруг там где-то залили. То есть, собственно, все без изменений, все то же самое. Особо ничего не добавили. Визуально, что там по технике намудрили в новой тачке. Будем тестировать в обзоре, именно в тест-драйве буду. Да, не технический обзор, а тест-драйв. Потом посмотрим, как он себя ведет. Все то же самое, мне кажется, все сделали. Традиционно, вроде все проварено, вроде. С ребятами общаемся, кто продает эти квадроциклы. Возвратов по ним нету сильно. Есть там какие-то моменты, которые люди там сами чинят, что-то их там делают, какие-то технические. А так, чтобы что-то плохого конкретно. Ну, не знаю, наверное, у кого-то что-то и было, но нам никто ничего не рассказывает. Вроде все в порядке. Попробуем завести тоже. Сигналка эта стоит, как и стояла. Все то же самое, все одинаковое. Давайте попробуем завести. Может, что-то здесь изменилось. Сигналка срабатывает. Видите, не срабатывает на скорости, на какой-то стоит. Традиционно заводится без проблем. Как я и говорил, подсос надо вверх поднять. Раз. И оборотов он добавил сразу. Поработает, сейчас вниз опускаем. И можно газком подработать чуть. Оп, заглохли, наверное, прогрелся уже. Thank you.
Давайте чуть добавим. О, все, good. Свет ближний-дальний горит. Горит. Поворотники. Правый горит. Левый, точнее, наоборот, правый горит. Не знаю, зачем поворотники, если по общей, по общим дорогам нельзя кататься. Бутафория. Два зеркала вкручиваются. Да, собственно, и все. Ну, тест-драйв самому делать неудобно будет. Возьмем пилота на днях и покатаем, погоняем квадроцикл. Я думаю, прям вот буквально мы постараемся оперативно это все сделать. Это что такое? Застряло. Так что подбирайте возраст где-то квадроцикла ребенка. Вот, ну, если заниматься ребенком от 4 лет, ограничить ему скорость. От 4 лет спокойно ребенок может кататься, до которого возраста, это уже другой вопрос. Здесь может спокойно ездить взрослый. Там 90 килограмм он тянет, собственно, без усилий. А, еще брелок. Давайте потестим брелок. Что это такое? Вот он заглох. А, два раза нажимаете на стрелку, и он заводится. Опять глохнет. Два раза на стрелку. Или... А, вот, да. И он заводится. Ну, наверное, удобно. Не знаю, как это на практике работает. Надо пробовать. О, сигнал. Где сигнал? Сигнала нет. Что-то там стучит. Вот он, сигнал. Что-то не работает. Наверное, что-нибудь там. Может, клеммы какие-то надо, но чинить не будем ничего. Так, собственно, все. Все сделано, все вроде нигде ничего не капает, все зажато, все нормально. А как он себя будет вести? Ну, соответственно, все равно, ты понимаешь, китайская техника китайская. Это не какие-то серьезные квадроциклы там, да, серьезных брендов. Так что, ну и, соответственно, цена бюджетная. Не ждите от него прям такого фонтана. Но с виду все симпатичный квадрик. Я думаю, ребенку на первое время погонять вообще будет супер. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А буду я дальше тестить квадрики, смотреть там, да, хотя бы какие-то минимальные обзоры делать, чтобы понятно было понимание, что покупаете. Буду рад, если вам я буду полезен. Спасибо большое.